Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в зомби-кетчер «Охотники на зомби». Так, что это у нас такое? Лови больших зомби. Вот это улов, поймай много больших зомби. Ну, если нам попадутся, естественно, ребята, я буду их ловить. Так, ну что, мы отправляемся на ловлю. Нам нужно, ну, не очень-то много, в принципе, здесь получить зомбарей для того, чтобы выполнить это задание. Так, меняю я сетку. Так, меняю сетку на соседку. Так, а что если я сделаю вот так вот? Ну, куда ты летишь, а? Откуда? Куда ты? Вот дурачок, а. Ну, допустим. Одного-то я, наверное, 100% сейчас прижучу. Тем более этого со снежками. Изи-каточка. Так, еще там один у нас. Вот кто там? Ну и прекрасно. Он бы так, ребята, мог бы упасть. И было бы не очень. Так, подожди, лучше, наверное, его... А откуда его лучше ловить-то? Угу. Захотел уже, как говорится, сделать ноги. Но не тут-то было. Так, с аккуратнейшим образом. Прекрасно. А кто второй? Ха-ха. Промахнулся своим снежком по мне. Ну-ка, здесь. Готов. И последний, да? Он даже прыгнуть успел. Ему не дала вот это, ребята, крыша. Он бы и рад был бы сигануть, но не тут-то было. Так, ребят, нам нужен здоровый зомби. Я вот что тебе могу сказать. А здоровый зомби у нас, ну, пока отсутствует. Продолжаем ловить обормотов. Так, меняем оружие сразу же. Так, слушай, смотри, ну вот, вот здесь, конечно, ребят, да. Тут что-то прям как-то надо аккуратнейшим образом. Я же так и думал, что, ребята, надо делать ловушечку. Так, я еще одну сюда поставлю и посмотрю, кто у нас. Сова, ты заколебала уже. Угу-угу. Так, друзья, и... Так, подожди, а ты-то куда... Вот так. Еще трех зомбарей надо, ребят, найти. Так, двое здесь. И один там. Тут главное этого бусурманчика подловить. Прекрасно. Одного поймали. Вот с этим будет немножко посложнее, потому что... Да чтоб тебе, ну... Готов. И последний. Кто? Все. Мы его нахлобучили. Друзья мои, идеальная поимка. И у нас скоро будет уже, ребята, половина значков собрата. Так, давай-ка я, наверное, зайду в кафе, потому что мне нужно сейчас, ребята, заказать продукцию. Мы с тобой пока ловим зомби, продукция должна уже готовиться. Так, хорош. Блин, а тут не хватает немножко. Что-то мне складывается впечатление, что мы с тобой сегодня не накопим. И это будет отвратительно плохо. Зомби обнаружено. Это у нас пляж.
Что ты делаешь? Поменять надо, а не... Вот, первые ребятушки пойман. Первый зомби у нас пойман. А, не успела появиться, как мы ее... Куда побежал с моими этим плутонием? Слушай, ну тут я их хорошо вообще почикал. Так, пеликаша довыделывался, мы его поймали. Так, и вот здесь надо нам... Подожди, давай, наверное, я отсюда все-таки. Есть. Как я ее лихо, прям в воздухе. Когда она свою доску для серфинга подняла, я ее прям в задницу гарпуном ей. Идеально, я продолжаю, ребята, охоту. У нас здесь, это последний, по-моему, дрон. Плюс еще есть бонусный этап. Сейчас мы посмотрим, кто у нас тут. Ну, деревянную броню мы с собой пробиваем на изи. Мне бы хотелось бы еще так же... Ой. Мне бы еще так же хотелось бы на изи пробивать железную броню. Вот с ней приходится здесь, ребят, возюкаться. Подожди, давай-ка, наверное, я с кораблика. О! Мне нужен еще один жирный... Так, краб. Иди отсюда. Мне нужен еще один жирный зомби. В плане, не понял. Что это вы мне тут за фокусы, блин, делаете? Нифига себе. Так, серфингиста, выходи давай. Опа-на. Не повезло тебе. От речика так просто не уйдешь. Слушай, идеально. Ни одного упущенного пока зомби не было. Просто шикарно идем. Так, ну что, я возвращаюсь в кафе, потому что у нас нету больше зомбарей, к сожалению. Так-с, и... Ну, поехали. Тут. Тут. Блин, серьезно, что не получится у нас? Походу, да, ребят? Чуть-чуть там не осталось. Блин, ну как же так-то? Я рассчитывал, что мы сегодня... Я просто, ребята, за кадром не стал играть. Можно было бы за кадром это все набить. И... Ну, совсем немножко не хватает. Так, что я хотел сделать? Я хотел... У нас бонусный же там, да, есть уровень. Опа. Это что за... Инфекции... Город инфекций? Слушай, я такой еще, по-моему, не видел даже. Ну-ка, давай проверим. Ну, вылази давай. Ах ты ж жук, а. Есть. А, это еще и такой с плутонием. Так, стоп, 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 стоп. Я же так понимаю, что там у нас... Угу. Вот здесь еще один, да, ныкается. А это, ребята, это жирный. Есть. Я жирного поймал. А я жир... Что-то я не понял. Слушай, а как... О, шлепок.
Слушай, а как я его должен ловить? Друзья, я в него стреляю гарпуном, он включает электричество. То есть его не пробить было. Меня током бьет. Зашибись. Давай получим награду, посмотрим, что нам тут дадут. Неплохо. Слушай, ну совсем неплохо. Совсем, друзья мои, неплохо, не дурно. Так, можно вот здесь вот заказ сделать. Так, и здесь. Но этого все равно, друзья, не хватит мне. Этого все равно, к сожалению, мне не хватит. Да, совсем чуточку не хватает. Так, знаешь, что я хотел? Я хотел посмотреть в магазине по поводу экипировки. Вот что мне нужно, друзья мои. Подожди. У меня гарпун модуль... Модель 2, модель 1. Это на максималку улучшено, да? Так, что-то я не могу понять. А что у нас лучше? Ну, наверное, гарпун модель 2 лучше, чем 1. Ну, по идее, да? Так, ранец. Ранец у нас по полной прокачан. Ага. Сетемет только лишь за уран. То есть дальнейший только лишь за уран прокачивается, что ли? Ну, нет смысла этот гарпун качать. От слова совсем нету. Я могу себе купить вот такую шляпу. Шляпу бомжика. Или повязку. А это 250 тысяч, офигеть. Да. Сколько? 10 миллионов? А сразу возникает вопрос. А как здесь такие деньги зарабатывать? 10 миллионов. Я, например, не понимаю. Чтобы купить следующий дрон, нам нужно 790 плутония. Да, это дофига. Это, ребята, дофигище просто. Так, ну что, друзья мои, я думаю, тогда, наверное, уже в следующей серии мы все-таки с тобой сможем получить награду и прокачать себе все-таки зомбовыжималку. Будем в это свято верить, как говорится. Так, подожди, 40 тысяч, можно что-нибудь дешевле? Так, 30. Ну, в принципе, все. Все, ребятушки. Деньги потратил. Зомби всех выловил. 7 минут ждать я не буду. Мы лучше с тобой в следующей серии, как говорится, их всех переловим и сделаем уже по продажам, как говорится, задание. Получим 40 уровень. Откроем с тобой, соответственно, новую зомбовыжималку. И дальше будем смотреть, что к чему и почему. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.